Привет! Давайте открывать 5 сайтов вы должны знать, если вы студент на французском языке. Geographic.com. Есть географические игры и другие игры о вина, сир, CNRTL. Это как словарь, но... Если вы удобно на французском, потому что это все на французском. Le Bon Coin. Le Bon Coin это объявление сайта. Если вам нужно что-нибудь, может быть, это на Le Bon Coin. Conjugaison.com. Вот, conjugaison.com есть все спражения. Students of the World. Это очень хорошо для найти корреспондентов, говорить и писать на французском. Надеюсь, вам нравится. Не забывайте подписать, если вы хотите узнать, когда я опубликую новое видео. Пока!